Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня такая вот онлайн-игра с выводом реальных денег. Экономическая баталия «Спарта. Война империй». Это уже вторая игра. Первая игра «Forza Motorsport.com». Это первая игра, а вот Спарта вторая. Так вот она выглядит качественно, конечно, тут все сделано. Игроков уже перевалило за 1000. Значит, проекту 0 дней. Пополнено уже более чем на 45 тысяч рублей. Пошли уже выплаты. Ну и резерв проекта тоже не маленький. 44 651 рубль. Значит, что она нам предлагает? Экономическая игра с выводом денег. Так, 40 воинов на выбор. Программа Баунти без баллов и ограничений. Партнерская программа. Так, первый уровень 8%, второй 3%. Так, задание от администрации, конкурсы на вывод, серфинг на вывод. Значит, и здесь цены. Греческие войны. Смотрите, цены здесь не очень завышены и вполне можно как бы здесь посидеть и поиграть. Значит, есть войн за 10 рублей, 20, по 50, 100 рублей. Значит, ну и доход тут, да, ниже. Значит, персидские наемники. Вот я хочу зайти и пополнить на 120 рублей. Значит, и здесь вот тоже цены нормальные. 15 рублей воин. За 25 рублей 45 и 120 рублей. Есть группа ВКонтакте. Можно присоединиться, естественно, чтобы быть в курсе новостей, в группу ВКонтакте. Значит, я что? Я почитала отзывы о проекте. Так. И здесь как бы все нахваливают. Ну, не могла я не пройти. Значит. Ну, новости. Здесь статистика. Так. Ну, лидеры по пополнению, по выводам. Далее по партнерам, по доходу. Это уже можно посмотреть. Отзывы показала. Помощь. Значит, как начать играть. Здесь как, ну, вопросы-ответы. Тоже можно это прочесть. Так, новости, конкурсы. Так, так, Спарта нажимаю. Значит, регистрация здесь простая. Вводите логин, email, два раза пароль, капчу. Нажимаете регистрация. Так, я же войду. Так, войти. Вход по имейлу и паролю. Так наш выглядит кабинет. Да, профиль. Значит, здесь мы будем снимать кассу. Будем нажимать «Снять кассу». Я еще ничего не пополняла. Значит, давайте по порядочку. Войско греков. Так, здесь как бы купить воина. Нажимаем, будем покупать. Значит, смотрите, за 10 рублей доход 0.209 рублей в час. Доход в день 21 копейка. Так, и распределение 50% на вывод, 45% на покупки. Вот. Далее 20 рублей. Далее 50 рублей, 100 рублей, ну и по нарастающей тут идет. Так, далее войско персов, также все идет по нарастающей. 15 рублей, доход в день 33 копейки, значит и распределение 55% на вывод, 45% на покупки. Очень даже неплохо. Значит,
Далее 25 рублей. Так, 56 на вывод. Здесь, смотрите, процентов. Ну как, здесь 57 на вывод. А я вот хочу вот этого купить за, значит, за 120 рублей. И доход в день 2,64, что очень неплохо. Как бы сразу можно через день проверить проект на вывод. Так, и 58 на вывод, 42 на покупки. И далее по нарастающей идет, да? Это все можно просмотреть. Так, далее. Здесь будет наше войско, мое войско. Значит, будет отображаться. Так, греческие войны, персидские войны. Далее профиль показала настройки. Значит, настройков устанавливать Payeer, платежная система Kiwi, Яндекс, Visa. Значит, смотрите, здесь устанавливаем мы кошельки, как бы, и нужно еще установить платежный пароль. Вот. И, ну, если кому надо, поменять пароль. Так, рефералы. Здесь будут отображаться наши партнеры и наша партнерская ссылочка находится. Баннеры. Если кто в буксах, как я, размещаем рекламу, то баннеры нужны. Серфинг на вывод. Серфинга здесь очень даже много. И по 3 копейки, как бы, я считаю, это нормально. Немало. Значит, бонус. Значит, смотрите. Каждый игрок имеет возможность получать бонусы в размере от 5 копеек до 50 копеек на счет для покупок. Раз в 24 часа. Чтобы получить бонус, мы кликаем по ссылочке и возвращаемся. Появляется вкладочка «Получить бонус». Нажимаем. Так, и что? Мой логин. Мне зачислили бонус уже 6 копеек. Далее, баунти. Что здесь у нас баунти? Смотрите, пополнить баланс на 100 рублей. Для получения бонуса осталось пополнить баланс на 100 рублей. Пополните второй игровой баланс на 100 рублей и получите бонус в размере 5 рублей на баланс для покупки. И далее тоже бонусы как бы по нарастающей на пополнение. Это баунти, так. Далее видеообзоры есть. Можно посмотреть. И есть задание. Вот я сейчас хочу выполнить задание. Вот я записываю видеообзор. Значит, смотрите, здесь можно как бы на заданиях, да, насчет на покупок. Вступление плюс репост. Вступите в нашу официальную группу игры ВКонтакте. Ссылочка кликабельна. И сделайте репост закрепленной записи. После выполнения задания пришлите на проверку ссылку на вашу страницу ВКонтакте. Оплата 1 рубль на счет для покупок. И вы делаете репост, присылаете ссылочку, как бы, да, и укажите информацию, которую нужно подать для отчета. Сюда ссылочку нажимаете «Отправить». Далее здесь скриншот выплаты в теме группы. Так. Далее тоже ссылочку и «Отправить». Оставить комментарий о выплате на одном из форумов. Тоже сюда вставляете ссылочку, нажимаете «Отправить». И видеообзор проекта. Запишите видеообзор проекта любым удобным инструментом для захвата видео с экрана. Опубликуйте обзор в социальной сети YouTube. Обратите внимание, обзор должен быть полным, не менее 5 минут. У вас на канале должно быть не менее 100 подписчиков. Пришлите ссылку на ваш видеообзор. Оплата 50 рублей на счет для покупок. Сюда вставляем ссылочку. Нажимаем «Отправить». И что еще? Оставить комментарий о выплате на сайте. Так, тоже сюда ссылочку и отправить. Вот такие вот задания. Значит, ну что, я иду в профиль.
Я хочу так. Сколько там этот у меня мой перс стоит? 120, да, их? Чтобы не ошибиться. Так, 45. Ага, 120 рублей. И 2,64. Завтра я уже смогу проверить на вывод. Значит, 2,64. Так, 120. Господи. Рублей. Так, профит. Так, разобраться бы. Угу. Опускаемся ниже. Здесь вкладочка «Вывести». Сейчас я вам покажу. Обратите внимание на платежную систему Payeer. Минимальная сумма вывода 1 рубль. Киви и Яндекс 15 рублей. Далее на Visa MasterCard минимум на вывод 200 рублей. Так. Опять возвращаюсь в профиль. Это я все потом заполню, чтобы... Так. Здесь обменник, обмен с вывода, как я понимаю, на покупки. Так. Обмен средств вывода на покупки. Минимум обмен 1 рубль. Обмен средств вывода на рекламу. Минимум 1 рубль. Обмен средств с рекламы на покупки. 1 рубль. Так. Опять профиль. И я буду пополнять, нажимая вкладочку «Пополнить». Значит, а пополнять что здесь? Payeer, Advanced Cash, Bitcoin, FreeCassa, Яндекс Виза, Perfect Money, Kiwi. Вот. Значит, я буду с Payeer. Значит, ввожу сумму 120. Точка 0. Нажимаю оплатить. Страничка загружается. Перебрасывает на платежную систему Payeer. Я выбираю рубли. Подтверждаю. И далее по схеме. Я пополнила. Мне пишут, что я получила бонус в размере 5 рублей. Значит, пополнила всего на 120 рублей. Так, теперь я иду своим персом и буду покупать. Где мой воин? Вот, за 120 рублей. Воинов можно покупать неограниченное количество раз. Нажимаю «Купить воина». Успешная покупка. Так, страничка перезагрузилась. Если вы хотите там за 15 штук 5 купить, ну, написано неограниченное количество, да? Можно, значит, 5 штук купить, 10. Ну, это уже на ваше усмотрение. Вот такая вот и онлайн-игра. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, пройдите мимо. Значит, вот идет уже начисление, как бы, да, начала капать денежка. Потом я буду снимать кассу, ну, естественно, вывод буду как бы делать видеообзор по выводу и проверять на вывод. Но у меня сомнений нет в том, что проект как бы проект хороший, качественный. Конечно же, он будет платить. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!